Привет, с вами капитан Врунгель, а также подписчик моего канала More Art Studios. Передавайте привет подписчикам. Сегодня мы будем кататься на отковыренном ЗИУ-10, он же ЗИУ-6205, он же ЗИУ-683. Как эти штанги залетают по мелочи, а? Уже бесит. Сейчас я настрою информатор. Ты не подскажешь, Морик, поздоровайся с подписчиками, хорошо, а? Морик, ты слышишь меня, алло? Ладно, забьем на него. Любимые пассажиры, вас обслуживает коллектив первого троллейбусного парка. Троллейбус следует по маршруту 4. До конечной остановки – аэропорт. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Правобережная улица. Объясните, в чем заключается новая обнова, я так и не понял. Правобережная улица. Морик, почему ты не передаешь привет подписчикам? Ладно, представь, что он передал как-то так, не важно. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – гостиничный проезд. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Морик, ты передай привет подписчикам. А? Чё ты не передал, я снимаю уже. Мори. Thank you.
подписчикам. Чего ты это не делаешь, а? Морик, передай привет подписчикам. Подсказал. Всем привет или всем пока? Морик, передай привет подписчикам. Морик, передай привет подписчикам. Ты меня вообще чуешь, слышишь, а? Морик, передай привет подписчикам. Алло, Морик. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – аэропорт. Уважаемые пассажиры, во избежание получения травм просим вас держаться за поручни. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Морик, ты передашь привет подписчикам, а? А то зрители подумают, что не живым человеком общаюсь. Ну ладно, забьем на это. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – вторая аэродромная улица. Пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, людям пожилого возраста и инвалидам. Блин, у меня вообще слетели штанги. Это мне не нравится. Возможно, я очень сильно повернул. Бывает. Надо эту проблему решать. Какое тупое ограничение. Эй! Чё, едет без моего разрешения? Стой ты, Зил. Торопыга ты, блин. Потому ты не знаешь, что такое троллейбус Шкода 14R. А обсирать мы умеем. Это уже понятно. Все, я буду езжать уже. Встретимся где-то очень скоро.
Так как ты на аэропорте. Уважаемые пассажиры, во избежание получения травмы просим вас держаться за поручни. Не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, сообщайте водителю. Не забывайте личные вещи. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч. Ну что, ребят? Покатались мы на таком вот троллейбусе. Ну что, ребят, на сегодня все. Всем пока. С вами был капитан Врунгель, а также подписчик моего канала More Art Studios. Попрощайся с подписчиками.